Приветствуем всех садоводов и дачников! Загородный дом или дача – это любимое место отдыха для всей семьи, и хочется, чтобы он был уютным и теплым. В зимнее время дом нужно обязательно отапливать, да и прохладным летним вечером приятно погреться возле открытого огня. Справиться с обогревом поможет камин для дачи. Кроме того, он является прекрасным элементом декора, домашним очагом, создающим вокруг себя особую атмосферу. На современном рынке можно выбрать готовую конструкцию, которая устроит по размеру и характеристикам. Но интереснее построить камин для дачи своими руками. Если прислушаться к советам профессионалов, то с такой работой справится даже тот, кто не обладает специальными навыками. Как сделать печь-камин своими руками на даче? Что же необходимо для этого? Это чертежи укладки кирпича, которым рекомендуется строго следовать. Подготовить все материалы, которые понадобятся для фундамента. Выбор места имеет большое значение. Все части печи нельзя связывать со стенами и кровлей дома. Перед укладкой каждого ряда все кирпичи выкладываются согласно схеме и нумеруются. Затем каждый кирпич вымачивается в воде. Удобно приобрести для кладки кирпича специальную оснастку. Новый камин из кирпича, прежде чем использовать для отопления, необходимо правильно высушить. Самое главное в такой сложной, на первый взгляд, работе строго следовать схемам и технологиям, а также использовать для строительства только качественные материалы, и тогда ваша печь-камин будет долго радовать вас теплом и создавать уют в доме. Если вы хотите создать приятную атмосферу в саду, мы предлагаем вам новинки уличных каминов и очагов, которые можно использовать в качестве костровища для разведения костра, в качестве гриля для приготовления шашлыка и овощей или в роли обеденного стола для приема пищи.